Всем бобра, дорогие друзья, и сегодня... Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы снова поиграем в игру под названием Sonic Exe. Это проклятая игра, это, ну, типа, игра, которая взломана, проклята, и, типа, играя в нее, ты с ума сойти сможешь. Ну, это вот, короче, такая стандартная тема. Это, говорят, один из лучших Sonic Exe, которые существуют на данный момент. Муа! Нас с тобой ждет шикарное путешествие. Нас с тобой ждет дыхание. Восьмибитное. Что происходит? Я ничего не вижу, но мне очень неприятно, потому что я что-то слышу, и мне кажется, что сейчас выскочит на меня какая-то скримота. Соник! Ты пугать меня будешь, нет? Да, я серьезно что-то вижу. Спокойно. Спокойно, родной. Я с тобой. Все хорошо. Бояться... Я чуть ежа не родил. Опять. Выйди сейчас, пока слишком не поздно. Да я все, уже поздно. Это необычная игра. Игра называется Виндер. Удали игру немедленно. Нет, твое время истекает. Беги. Ты думаешь, ты меня напугаешь? Ты думаешь, меня напугает... Блять. Тей, так, как играть? Ага, понял, я умею летать. Я умею прыгать, полетели вперед. Я Тейлз. Тейлз значит хвост. Хвост значит полетать. Я умею летать сколько угодно, что ли? Подожди, то есть сколько угодно я могу нажимать пробел, и я буду летать? Я в Сонике, конечно, не мастер, но я не уверен, что такое было в игре, если честно. Ё-моё. Поехали. Вперед. Полетело. Я тебе сказал, что сказал. Я тебе сказал, полетело. Молодец. Побежали туда. Там снизу нельзя, походу. Игра начинает глючить потихонечку, но меня это не останавливает, потому что меня не остановит ничего. Я улетел уже в небеса! Тейлз устала. Я ничего даже не нажимаю. Соник, я видел только что... Куда? Просто стартанул. Соник, я видел тебя. Я видел, куда ты пошел. А куда ты пошел? А почему он увидел меня и просто решил свинтить резко? А! Ты просто толкнул меня за что? Из него вышла другая душа, и он сам ушел. Класс. Приятно было повидаться с тобой, Соник. Пойду за тобой. А, не пойду, окей. Ну, то пойду в другую сторону. Ну вот, меня опустил Соник. Неприятно как-то. Ну, пойдем. О! Вверх. А как я... Ага, я могу так. Я могу просто нажимать вверх, и я поднимусь насколько угодно вверх. Блин, очень удобно. Я не уверен, что раньше так можно было все же. Нет, нельзя. Так, ладно, игра, что тогда от меня хочешь? А, стоп! Я ж могу вот так вот сделать. Стоп, то есть Соник... Взял, просто толкнул меня, потому что может. И все. Полетели дальше. Соник, ударь меня еще раз, мне это понравилось. А, может быть, мне нужно повыше подняться и тут полететь? Поэтому там написано вверх. Да, наверное, имеет смысл. Давай, 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 давай. О, хорош, хорош. Найс. Вот, все. Я преодолел тебя, Соник. Ёб твою мать! Там написано было «Не останавливайся». И меня не останавливают. Я ж в небеса опять. Встреть меня в начале. У меня нет глаз. Нелегально И. Игра перезапускается. Здорово, Кнаклз. Ты видел, что с Соником происходит? Его распидросило так, что просто он начал игру мою ломать, понимаешь? Ты меня заебал. В смысле, я тебя первый раз увидел? Почему? Что почему? Почему я первый раз... Да я не... Только запустил игру. Что заставляет тебя наслаждаться этим? Мы тебе ничего не сделали. Так а я вам тоже ничего не сделал, просто играю. Может быть, Тейлз была права? Он плачет кровью. Грустно. Ты любишь видеть, как мы страдаем. Мы не заслуживаем этого в этой дыре. Мы не заслуживаем это. А ты, да, трясется окно. Трясется окно, ты это видишь? Что это делает с нами? Мы идем за тобой. Да ты всего лишь играешь, что ты куда-то идешь? Ёб твою мать. Хрена себе! Нет надежды, нет надежды! Что? Соник попытался зарегистрироваться, зайти в ваше интернет-соединение. Там на фоне корова мычит очень жестко. А можно не надо подключаться к моему интернет-соединению? Оно закрылось. В смысле, оно попыталось подсоединиться к моему интернет-соединению? Это еще не все. Давай попробуем кое-что еще. Другое. Опа, Эггман. У них всех нет глаз. Что такое с глазами? Почему у всех всегда...
Нет глаз. Ладно, мы готовы. Круто. Пипец ты лысый, Эггман, конечно. Это кто такой? Ты кто? Рэй? Кто такой Рэй? Я никогда не видел. Я знаю Соника, я знаю Тейлза, я знаю Наклза, я знаю этого Эггмана. А вот Рэя никакого не знаю. Ха-ха-ха-ха! Чувствую, что? Даже не страшно, не испуган ни разу. Ты видел, чтобы хоть раз Андрюха, главный не пугай Стар-31, чего-то боялся? Там написано «Я». Пожалуйста, кто-нибудь помоги мне, написано. Беги! Ну, у тебя вариантов все равно нету. Опа, потекли оба. Блин, выглядит страшно. Я... Опа, упал. Я просто могу представить себе, если бы я играл в это ночью, я бы, наверное, от страха с ума сошел. Ты заставил это произойти, теперь слишком поздно. Хули игра меня во всем обвиняет? Я буду смотреть на тебя теперь. А можно не надо? В смысле ты будешь на меня смотреть? Ты игра, как ты на меня смотреть будешь? Пф. Эти хорроры, они всегда пытаются тебя напугать какой-то никчемной историей. Стою, смотрю на цветы, как самурай. А у него все нормально с глазами, кстати, теперь. Повернулся, пошел. Ну и иди нахуй. Опа! Ты видел, да? Наклз на заднем фоне. Кристал Лейк. Так, ладно, хорошо, хорошо. Продолжаем игру. Продолжаем игру, теперь я не умею летать. Тейлз, мне кажется, гораздо сильнее, чем Соник. У меня такое мнение есть. Там на заднем фоне, Лейк, кто-то летит. А ну подожди, подожди, дружище, другалек. Родной, ты куда? Погнал. Уэу! Блин, ну Соник кайфовая игра. Соник кайфовая игра, конечно, со всеми вот этими вот ускорениями. Это прям интересно. Фак. А, ладно, так и надо. Все нормально. Я не знаю, что это за бонусы. Я в это не играл. Я когда мелким был, я угорал по контре. Я угорал по таким играм. Бляха. Я угорал по X-Men, по Mortal Kombat. Мне нравилось ломать лица, а не бегать. Убегают слабые. А сильные ломают. Сука. Ладно, видимо, поэтому я настолько не умею играть. Давай аккуратно. Оп, пошли. Все. Тихонечко, полигонечку, просто по одной. Раз, два, три. Как говорится, самый настоящий Соник идеально пропрыгивает все. Погнал. Опа. А, я могу отсюда просто запрыгнуть. Все, я не буду никак иначе. Ладно, хорошо. Ах ты, сука. Ну ладно, мы... Ах ты, сука. А тут интересно, а тут можно реально проиграть? Ну, то есть, прям вообще с концами. Интересный вопрос. Я думаю, мы сейчас об этом узнаем с тобой. Опа, чекпоинт, найс. То есть, выходи... Что? Я куда-то провалился внезапно. Черный экран. Соник? Соник? Соник поплыл. Не, но он, по крайней мере, всплыл. А, стоп, это плохой знак. Ну, глаза и глаза, чё пугают? А чё страшного-то? Ну, глаза и глаза. Ой, а-а-а! Вот кого надо бояться, это крабов этих, вонючих. А, вот где я был, походу. Не знаю, вот, если я умру в крипипасте из-за того, что не смогу пройти, это будет... Всё нормально. Всё нормально. А чё ты переживаешь? Чё ты... Чё ты боишься? Так, стоп. То есть игра повторяется, если мы с тобой умираем. Ну я говорю, я в Соника не игрок. Побежал! Топи! Я не хочу заново все это проходить. Вот этот настоящий ужас. Нет, мне кажется, с той стороны сейчас на меня что-то выскочит. У меня мурашки. Бесит. Мне она когда-то даже снилось. Я стою на зубах чьих-то. Дантист, видимо. Я не могу двигаться, не могу прыгать. И чё? Я хочу увидеть тебя, написано. Ну давай, смотри на меня, вот он я. Там справа лица какие-то появляются. Что? Игра пытается использовать твою камеру? А... Подожди, это можно что ли? Это... Стоп, она все это время могла использовать мою камеру, чтобы смотреть на меня? И если бы я сейчас не записывал видео для тебя, то она бы видела меня? Закрыть. Мы хотим увидеть тебя. Мы хотим увидеть тебя, там написано очень много раз. Я первый раз такое вижу, она пытается опять, а может и не надо? Я иду за тобой.
Игра превратилась в полный экран. Окей. У Соника нету глаз. Хорошо. Бывает, случается. Стоп, мы опять там же, да? О, нет. А нет, хорошо, все. Но только теперь здесь нету никого вообще. Только красный Амогус цветок. Где музыка? Почему-то без музыки еще страшнее, чем со страшной музыкой. Все, что я слышу, это просто свое дыхание, тебя и прыжки. Оу, щит. Что такое? Стоп, ты можешь меня теперь видеть? Он смотрит на меня. У меня мурашки. Соник, ты видишь меня? Соник? Блядь, я разговариваю с Соником! Сука, хорошая игра. Если это просто игра... Стоп! А если эта игра правда может получать доступ к моему компьютеру, к моей вебке, к моему интернету? Блядь, а если это вирус? А можно перестать смотреть, ты меня нагнетаешь? И что? И что? Увидел это на веб-камере? Доволен? Козёл! Я с каждого движения в этой игре буюсь. Ну ладно, игра, по крайней мере, вернулась в норму. Я так не рад этому. Да дайте мне в игру... Что-то он нашел там. Что такое, Соник? Что ты там увидел? Эггмана? Эггмана. Да-д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 а. База Эггмана. Опа, здорово, Эггман! Что, что это? Эггман, чуро... И игра вышла. Она меня сейчас опять не испугает? Ну-ка. Если опять сюда зайду. Это еще не все. Тейлз. После того, как посмотрела все серии Наруто залпом. А, окей, нет, все. С ней. Нормально, Андрюха. Спокойно. Кайф. Таких хоррорцов я уже не видел долгое, блин, время. Ночь наступает, похоже. Интересно, у этого есть сюжет какой-то? У всего. Становится темно, и я все дальше и дальше иду. По-моему, к воде. Пришел куда-то. Все, не могу ходить, не управляю. Прыгать тоже не могу. Тейлз, мне кажется, тебе трындец. Соник ебанулся и начал жестить. Что произошло? Она отвернулась. Она оглядывается. Блин, Тейлз, родная, держись там. Быстрее, 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 быстрее. Это правильное решение, это очень правильное решение. Быстрее шевели поршнями. Иду по дорожке, в голове ля-ля-ля. Не вижу нихуя. Что? Что там опять? Я все еще в шоке от того, что игра пыталась получить доступ к моей камере и к моему интернету. Я вообще не знал, что это возможно. Какой красавчик, Лео, какой ты милый. Вот это да, слушай, это марионеты. Иди обниму, обожаю таких. Это ты красотулька вообще. Видишь, я его застеснял. Он начал смеяться, как мило. Что такое? Бро. Скоро приду. Сейчас будет еще один скример, да? Да? Или нет? Спасибо за игру. Он ушел, и у меня появился новый файл. Спасибо, это конец версии 1. Мы надеемся, вам понравилось. Это было круто. Блин, как же это было классно. Страшно? Не то слово, я тебе говорю. Я уже целый выводок ежей родил. Кайф. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось, родной. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Пока. До скорого. Удачи.